Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Чел современный и геймер реальный, виснешь часами в сетях социальных. Гаджетом новым не сбить тебя с толку, чуть устарел, обменяешь недолго. Здесь есть девайсы по ценам приличным, можно писать в них в паблик и в личку. Неважно, ты чикса, а может пацан, все покупаем в «Ломбарде Титан». В «Ломбарде Титан». В эфире проект «Место происшествия», мы продолжаем выпуск. Скандалом закончился романтический вояж семейной пары на улице Профсоюзной. Супруги разъезжали по городу на скутере, игнорируя все правила. Они катались без шлемов, проезжали перекрестки на красный и не хотели останавливаться по требованию полицейских. Когда мопед все же остановился, водитель и его пассажирка стали громко кричать и размахивать руками. Тему продолжит наш корреспондент Сергей Пичугин. Активисты ночного патруля и сотрудники ДПС попытались остановить весьма бесстрашного скутериста и его пассажирку. Впрочем, те останавливаться не хотели. Право, останавливаемся. Водитель понял, что уйти от преследования ему вряд ли удастся, и остановился. Пассажирка Эльвира сразу же переключила внимание на себя. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Как ваши? Ничего. А что ты меня снимаешь? Тихо. Граждан. Здрасте. Я буду молчать. Вместе ехали, да? Да. Надел шлем? Нету шлема. Сотрудники ДПС обратили внимание, что у водителя Эмилия резаная рана на шее. Это мы сейчас ругались просто, это, да. Нет? Жена, да, я думал. Права есть вообще? Да. Вы не оборачивайтесь, девушка. Сан вообще, вызгир бурдан, да? Не подходите. Нолара? Вообще, Сан вообще кто? А? У задержанного при себе не было документов, и его посадили в патрульный автомобиль. Эльвира тоже хотела присесть в машину. Я его жена. Я его жена. Что? Присядьте. Я нахуй стисни, понял? Сука, это отвечает, я сейчас порву. Ты не веришь, что ли? Позднее подошел пешеход в рваных штанах Игорь. Он представился братом Эмилии и хотел спасти его от задержания. Если не будешь мешать, то будешь подождать его минут 20, мы вот. Понял? А это кто вам приходится, кем? Чем молодой человек? Брат мой. Брат, да? Да. Он ездил на мопеде сейчас? Я не знаю. Знаешь, да? Я брата увидел. Брат твой? Да. Брат мой вон там в тачке сидит. Сейчас отпустит его. Эмиль слукавил. Документы водителя у него не дома, он бесправник. К тому же задержанный отказался от экспертизы на алкоголь, поэтому Игорь не дождался брата. Тот уехал отбывать административный арест. Сергей Пичугин, место происшествия.